чуть нету. Вы красный снимите. Совхоз Севастопольский все праздничные выходные дни работает. Растения, они требуют постоянного ухода и не считаются, к сожалению, с праздниками, с выходными. Поэтому весь коллектив совхоза Севастопольский, в частности тепличное хозяйство, все праздничные дни постоянно на уходе за растениями, чтобы был урожай. И к праздникам дадим хорошие свежие овощи труженикам города-героя Севастополя. Зимой вы боролись за то, чтобы доставить в теплицу хоть чуть-чуть больше тепла. Сейчас картина складывается несколько иная. Какие работы проводятся? Сейчас мы подтапливаем только в ночное время, в холодное время, чтобы сгладить разность температур дневных и ночных. Потому что на тропическое растение огурец сказываются большие колебания дневных и ночных температур, который выливается потом в разные болезни. Вот. Поэтому сейчас вопрос с отоплением не насущный вопрос. Вот. Вопрос насущный на сегодняшний день овощеводов – это вопрос ухода за растениями, своевременный полив, подкормки и уход, естественно, за состоянием растений. Какие объемы сейчас собирают в день сбора урожая? Сегодня в день сбора, у нас сборы огурцов проходят через день. Допустим, по нечетным числам четверг, вернее, понедельник, среда, пятница, и до сбор огурца идет в субботу. Дневные сборы составляют порядка 10-12-13 тонн. Томаты начали собирать. Томаты собираем два раза в неделю. Вот, дневной сбор составляет порядка 6-8 тонн. Эта продукция реализуется, значит, на рынках города частниками. Также выездная торговля автомобильного парка нашего хозяйства. В принципе, затора с продукции, большого ее содержания на складе у нас не наблюдается сегодня. Вот смотри, вот этот уже вот не будет расти. Вот. Не завязал. Мужчинская растет.